Я готовлюсь к записи нового видео. Прекрасный звук. Написал вот такую книжечку. Мандалы не одну, а две. Очень интересное направление. Близится Новый год по восточному календарю. И вот именно это еще одна дата, чтобы сделать такой творческий импульс для своей хорошей жизни. То есть собственную жизнь можно, так сказать, с помощью разных средств и мандала, одна из них, направить в нужное для вас русло. Мандалы – технология будущего. Не единый создал конкретную форму мысли, а перворожденный. И так как она была создана по геометрической фигуре додекаэдра, то перворожденный употребил 12 тысяч лет на ее создание. Елена Блаватская. Мандала – мое хорошее настроение, мандала – мироустройство и миропонимание, мандала – светлых энергий, мандала – я есть свет, лунный цикл жизни, моя половинка, счастливый случай, вечная молодость, проводник души и ряд других.